все четыре руки самцы толстоносые. Все бородатые, да? Все борода есть. Бабаяшки. Да. У кого-то маленькая, у кого-то чуть побольше. Этого большая. Это старый мой голубь у него. Вот тут вот борода. Не сильно большая. Вот. Баба, у него нос загнутый еще, да, такой. Простецкий. Это вот с трех сторон тут борода у него. Ну а там. У самечика. У Хибатова тоже бородочка. Вот. Бородка у него там. Не такие бешеные прям бабаи, но есть у них. Вдруг тоже, блядь, дикарей там собирает, блядь, кушано. Я видео снимаю, пап. Не получилось, посмотрите. Сто килограмм. Вот я и говорю, что надо. Я записываю, пап. Это вот самочки, наводки, капканки, голубочки, да, они останутся на цухт, да. Еще пару совсем молоденьких есть, но вот эти уже точно останутся, да. Да, это с крыши. Это не похоже на крышу. Говорю, я тебе с крыши снял. Я посмотрю. Посмотри. А что, голубок не снял? Я вчера записывал и оставил вот тут просто, да. Голубка машина вообще тут. Башка у нее, у самки вообще. Он тоже. Самки все крупные, самочки, да. Такие в пределах 35-36 сантиметров вообще ништяк. Еще в линьке тоже линяют. Когда линяют, я потом сделаю видео. Они пугаются, сверху снимаешь, вообще садятся, да. Жуки замечательные, да, вот.
Ну, это белоносый жучило, да? Клюва, у него клюв мощный, борода под носом, глаз чистый, светлый, да, века вела. Он линяет, я ему хвост выдрал, и лапу все выдрал я ему, да. Голова мощная там большая, да. Тут тоже вот, Чубатова тоже, он немножко темноносый, прошлогодний, потемнел у него. Тоже борода начала отбиваться, а так клюв замечательный, голова большая, глаз хороший, светлый. Тоже лапы растут еще у него тут, да. Поэтому это вот тоже вот такой самечек. Жук. Сиди. Сиди, ебаный шаг. Вот. Тоже у него клюв. Тоже глаз у него светлый, века. Нос чуть-чуть притемненный, да. Ну, я же говорю, все в линьке еще находятся. Большая часть самцов в линьке. Это позапрошлогодний самчик. Да. Тоже у него века хорошая. Шикарный глаз, светлый, борода, клювик. Тут посажен у него, да, все. Это вы уже видели, это прошлогодний. Самых последних он был у меня. Шел. Такой получился интересненький самечек, да, очень. Тоже в линьке все.